Привет и добро пожаловать на androidinsider.ru. Если вы давно не погружались в волшебный мир Средиземья за просмотром великой саги Питера Джексона, сегодня мы расскажем вам о новой игре, которая даст вам возможность выступить от лица всех угнетенных народов окрестностей Шира, да еще и нанести сокрушительный удар оркам, назгулам и даже самому Саурону. Игра называется «Властелин колец. Легенды Средиземья» и распространяется в Google Play совершенно бесплатно. Так давайте же взглянем на нее. Судьба Средиземья вновь висит на волоске, и только команда смелых героев под вашим руководством сможет освободить некогда мирные земли от злых захватчиков. Начинается путешествие с выбора главного героя, который поведет в бой армию освободителей. Играть можно за человека, за гнома, за хоббита или за эльфа. Каждый из героев отличается характеристиками и индивидуальными талантами с возможностями. На главном экране расположено основное игровое меню. Здесь вы можете приступить к выполнению задания, просмотреть свое братство, посетить магазин, призвать героя и даже выйти на арену. В процессе изучения новых территорий вы получаете денежное вознаграждение, которое можно тратить на улучшение характеристик героев. Также вы можете набираться опыта. С каждым новым уровнем вам будет открываться все больше возможностей и новые локации. По пути вам попадаются свободные герои, готовые примкнуть к команде опытного военачальника. Благодаря уникальной системе боя вы сможете задействовать всех своих героев при встрече с нежеланными гостями. А сражений у вас, поверьте, будет очень много, потому что Средиземье буквально кишит различными тварями и злом. Каждая победа в сражении дает опыт, золото, талисманы призыва для привлечения новых героев, а также трофеи. Последние могут быть самыми разнообразными, в зависимости от того, каким полководцем вы себя покажете. Призывать героев, приобретать разные предметы вроде билетов на арену или камней призыва можно за специальную внутриигровую валюту – мифрил. Ее вы можете найти и приобрести во вкладке «Магазин». В целом игра получилась довольно интересной и без проблем загружается не только на топовых, но и на бюджетных Android-устройствах. Как я уже сказал, скачать игру «Властелин колец. Легенды Средиземья» можно совершенно бесплатно в Google Play. Удачи в войне за Средиземье! А между делом не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставаться на androidinsider.ru. Пока!